Вот эта собачка, которая похожа на лису, и которая отдыхает. А я расскажу, как я провожу время. Я провожу время вот в таких же каких-то глубинных воспоминаниях, которые со мной есть. Я уже как бы поведал об этом в диктофон. Потому что вот мне вспомнилось то, что было, когда мне было 13-14 лет. Пацан! Пацан!